Здравствуйте. Меня зовут Артемьева Катя. Я из Белоруссии, город Минск. Мой творческий художественный руководитель – мой внутренний мир. Каждая моя картина начинается с ощущения. Не с образа, не с идеи, а именно с ощущения. Когда из души тихонько так тук-тук постучались, я иду к белому холсту и начинаю мешать краски, чувствования, растворять эмоции. И мне самой всегда безумно интересно, что же это в этот раз. Я художник, меня завораживает процесс развития, дорога к каждой картине, разность моих внутренних посылов. Мне очень нравится отводить людей в свой мир именно таким способом. Я рада сегодня представить вам свою новую работу и приятного просмотра.